содержание длиннохвостой неясыти в неволе. Если вас не пугает ночное бодрствование и специфический рацион, и желание завести такого питомца не пропадает, то нужно задуматься о том, где вы его будете содержать. Все-таки сова имеет приличные размеры, и для обычной квартиры она великовата, ведь ей понадобится место для полетов. Помните о том, что неясыть нельзя держать в клетке. Она обязательно обовьет себе перья или поранит восковицу. При подготовке комнаты для совы из нее нужно прежде всего убрать все лишние предметы, особенно ценные для вас. Не забывайте, у птицы мощный клюв и когти, и поэтому она может разодрать все, что угодно, испачкать, опрокинуть. Кроме того, птицы любят поиграть, а поэтому нельзя оставлять вещи без присмотра. Вы можете чего-то недосчитаться. Ни в коем случае не вешайте тюль на окна. Его нужно заменить на толстые шторы. В тюле сова легко запутаться и переломать себе не только крылья, но и лапки. Зеркало тоже имеет смысл убрать, иначе она будет биться об него и покалечить. На стены стоит прибить деревянные палки с мягким покрытием. Это будет имитировать ветви деревьев. Еще совы любят купаться, а потому стоит заранее продумать место для ванны. Можно поставить в удобном месте широкую емкость с водой. Только она должна быть неглубокой.